Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Играем Hitman 3. Итак, Супер Хищник мы сделали, Вестник перемен мы просмотрели. И вот сейчас у нас конец эпохи. Путь наименьшего сопротивления. 47-й. Посмотрите еще раз. Говорю тебе, это мусорный файл. Константа не сжигает, а взрывает свои мосты. Артур Эдвардс, кем бы он ни был, больше не существует. Его персональная информация каким-то образом автоматически удаляется из всех баз данных, запредельных хай-тек. Потратили кучу денег, чтобы их распределить, не оставив следов. Совсем никаких? Слушай, я выполнила твою просьбу, но Грея больше нет, а я не Диана. И не та. Вы что, издеваетесь? МК? Я применила все известные методы расшифрования. Кто бы ни были. Лучшие. Рано или поздно они своего добьются. Мы должны их остановить. Кто же тебе поможет? Я знаю, где агентство хранит свои файлы, отчеты о заданиях, данные клиентов. Если обнародовать это все, ты хочешь разоблачить МКА? Это путь наименьшего сопротивления. Ты все-таки именно та, кто мне нужен, Оливия. Я закончу это дело и уйду. Ну, хорошо. Ну что, куда нам нужно проникнуть? Дата-центр в Чунцине, Китай. Им управляет некто по имени Хаш. Ну, разумеется. На базе МК в Чунцине находится банк данных, агентство и аналитический центр. Все, разумеется, под очень надежной охраной. Новейшее хранилище серверов защищено биометрией двух кураторов центра. Это Имидж Ройс, новатор в сфере чего-то там, и Хаш, эксперт по защите данных, увлекающийся трансгуманистическим псевдо-хрен-зачем. Расскажи поподробнее. Бывший кибертеррорист, работавший на Министерство госбезопасности, избежавший страны после очередной зачистки режима ПО. Он прославился, защищая от кибератак всякие отбросы Darknet. Торговец людьми, сборщик органов, такую же мразь, как и он, без моральных принципов и совести. МК набирает лучших. Что тут скажешь? Сможешь отключить защиту? Согласно протоколу двойной аутентификации, каждый доступ к данным должен быть одобрен лично Хаш и Роуз. Это тот самый человеческий фактор, якобы делающий чего-то там. К счастью, я нашла уязвимость. Если оба куратора внезапно погибнут один за другим, система активирует временный защитный протокол, который я смогу обойти. Устрани обоих и сможешь попасть в хранилище. Все остальное я возьму на себя. И ты уверена, что сработает? Послушай, я знаю Хаша. А если я не права, нам долго сожалеть не придется. Right. Хорошо, готовься. Не буду мешать. Ну, конечно, правильно. Итак, у нас... Давайте. Я хочу посмотреть, что у нас. У нас? Ну, вообще-то у нас все собрано. Это хорошо. Так. Получается, две штуки. И как мне их, блин, как... Он полуробот, полукиборги. Чего у них там подключено было к головам? Какие-то нанотехнологии замешаны. Ладно. Первым делом нам надо сохраниться, не забыть. Чтобы этот ролик больше нам не загружался. Так, если вас ищут, спрячьте шкаф. Это мы знаем. Чунцин, Китай. Это город мечта спецслужб. 2,5 миллиона видеокамер на 15 миллионов жителей. Тайна частной жизни. Да какая тайна-то может быть? Иронично, что такая секретная организация, как МК, прячет свои сокровенные тайны именно там. Хаш проводит свои псевдонаучные эксперименты в заброшенной многоэтажке. За повседневную работу дата-центра МК отвечает Архивериус и Моджа Рейс. Я надеюсь, ты точно знаешь, что делаешь. Ну, конечно. Так. Архивариус, значит. Так. Жаль, что я не тот мужик с плаката, да? А, ой. Я не могу пройти просто, да? Хорошо.
заброшенной многоэтажке. А, так. Дом большой. Понятно. Ну ладно. Пойдем посмотрим. Ну нечего было стоять. Может, мне это где-то пригодится потом. Может, я на кого-то сбросил. А может, устранил потенциального свидетеля. Что тут может быть такого? Ну давайте. Идем, 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 идем. Нам надо спуститься или как, или подняться. Шторки занавесили, кого-то боятся, он закрылся, стоит, чтобы покурить. Вентилятор на балкон. Вот это скужа, что так дождь идет, прохлада. Так, что здесь можно взять? Так, посмотрим на план. Ну, с двух сторон можно обойти. Ну, давайте сначала внизу пошарим. Ой. Это действительно в Китае, что ли, так построено? Непонятно где. Ну, так-то высоко, конечно, но... Так. А, вот так, точно, блин. Все время кричат в моей голове. Я не могу думать, не могу думать. Да. Никакое сюжетное задание ты мне не хочешь открыть? Так, тут еще спрятать можно, тут дела. Почему-то so, yeah, maybe just back off a little. Да подожди. О. На. Что-то взять. Так, подождите. Чувствует себя забытым и брошенным. Кажется, что вы никому не нужны. Это не так. Присоединяйтесь к нам и измените будущее человечества. Вам выпала уникальная возможность обрести смысл жизни, отлично заработать, чтобы добраться до нашего комплекса. Ищите значок, указанный в брошюре. Будущее совсем рядом. И мы тоже. Так. Ну, такая штука. Переодеться, что ли, в него? А он в него даже не переодевается. Какая? С. Так, минутку. Это чё? Да, отойди. А, это та, которую я сбросил, что ли, с вас? Да нет. Ну ладно, пусть лежит тогда. Так. Давай. Спокойно. У тебя тоже такая брошюра. Так, ты спишь. Здесь у нас есть. Куда податься? Нет, нету. Так. Ладно. Идем. Давай, 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 шевели колготку. Я хочу посмотреть, есть ли инструменты. Ой. Так. Ну-ка пойдем. Я тебя вон туда сброшу. Афина, так кто нашел? Кто-то проснулся.
Сейчас посмотрим. Ну-ка, давайте посмотрим. Кто-то проснулся и тело. А, вот. На. Это давай маскировку возьмем на всякий случай. Подожди, ну-ка. Пистолет. На. Подожди, до конца. Так. Уходим. Вон какой-то, подождите. Найдено тело, идет поиск. Ну, вот сейчас он там пока покопается. Мы-то сюда уйдем. Так, поваренка у нас нет. По трубе, да, можно залезть? По трубе можно? Нет, по трубе нельзя. Это что? Это зонт. Это девушка с зонтом была. Так. Что тут есть? Мыло. Будем. Ну давайте будем очищать. Иди, сходи, посмотри. Так, отравить. Это не то. Так. Понятно, так, а я код-то не знаю. Ну-ка, если... Ну, сходи, сходи. Что, ты не пойдешь водичку выключать? Так. Что тут у тебя такого есть?
Так, ты дверь-то должна отключиться? Нет, не отключилась. Блин, ладно. Смотрим по карте, где мы. Ага. Это давайте посмотрим. Что тут еще есть? Как-то и на крышу можно туда залезть. Диско-шар. А инструменты где? Блин. Усмирить. Не переодевается в него. Ладно. Вот, минутку. Сюда. Бери. Все бери. Все укради. Ограблям ты. Зачем мне эти коряги все? Нет. Это в большом доме. Ага, я. А там на улице. Нет, на улице надо сначала провести полный осмотр. Так, включаем воду, уходим. Смотрим, что здесь нам можно сделать. Так, ну где же, где? Охранник, я... Охранник явно что-то ищет на крыше прачечной. Интересно, что же они там потеряли. А так вот, куда мне надо. Как на крышу попасть? Как на крышу попасть? Мне нужны еще инструменты. Вот они вдвоем еще стоят здесь. Отвлекающий маневр есть? Так. Открыть. Ой, ты понимаешь, о чем я. Так. Взломайте северный накопитель. Что-то тут можно вот им сделать как-то. Ладно. Сейчас минутку. О, что-то есть. Что-то я наткнулся. Это уже что-то. Так. Опять поиск идет. So are you a cook or a chef? Or is there a difference, really? Ладно. Я вот так вот сделаю. Command, look over there. Some idiot is throwing stuff around. I'll handle it. Please don't. На. Так.
Все, взять. Замаскироваться. Опаньки. Теперь я один из вас. Куда вас перетащить-то, что вас не сразу заметили. Так. Ну и тебя вот сюда вот тащу немножечко. Все вроде. Пистолеты заберем. Кто заметил? Блин. Ну заметили, заметили, ладно. Так, о чем? Мне тут листовку дали о том, чем я могу вписаться. Может. Какого-то уже опять заметили. Так, ну-ка. Тихо. Вот и все. Быстро решили эту проблемку. Ох, ты смотрите, на леса можно залезть и туда внутрь. Ладно. Только инструменты. Инструменты мне нужны, улицу надо обойти. Вот магазинчик. Магазинчик. Да все, извини. Блин, один внизу, другой наверху. Вот который наверху, там мы сейчас к нему потихонечку залезем. На. Стой, стой. На. Блин, не то. Ладно. Без вас полезем наверх. Ну, блин, без инструментов тоже. Давай, карабкайся. Ой, стой, стой, стой. Вот у меня. Вот одни там, другие. Отпереть нечем. Ну, далеко ушел. Блин, нам вниз надо, нам наверх надо. А мы вниз идем. Ну, ну-ка. Все берем. Утаскиваем тела. Блин, откуда? Вот сюда могу. Чего ты? Так.
На. Скину тебя. Будет надежней. Так. Брошюра у меня уже есть. Я через стекло увидели, там и знаю. Так. Так, это... Понял. Нет. А, то я сесть. Нет. Мне не надо сидеть. Так. Минутку. Камера. Нет, камера не нужна. Так. На. Пойдем со мной. Да. Исследование, значит, проводишь, да? Ладно. Так. Ну-ну. А дверь не закрывается? Дверь не закрывается. На столе что-то я видел. Яблоко почему бы не взять? Погрузим на дорожку. Так, здесь у нас что? Опять буклет. Блин. Открывай. Сломать, взломать. А инструмента нету. Но можно по трубе залезть. Что еще здесь есть? Бывший. Так. Берем яд. Мыло. Зачем мне мыло? Может, что-то намыли, тогда, чтобы они упали. Тихо, тихо. И вот так. Все. Теперь я доктор. Ложить вниз. Ух ты, это что такое? Бюст. Ладно. Тут что у нас? Выход на улицу, правильно? Влада хоть, хоть отвертку. Это я в кого замаскируюсь? А, охранник. Да стойте. Bobby,
На. Ой, дурачок, ты дурачок. Мужичок, ты мужичок. Так. Вот. Вот я, конечно, не знаю, где код. Ну давай. Будем брать все, что имеем. Что мы тут имеем? Так. Аккумулятор мы имеем. Который мне нахрен сейчас не нужен. Ладно, взаимодействовать. Пойдем, пойдем, пойдем. И пойди, пойди, пойди ко сад чужой. Hey, get a load of Einstein over here. Holy crap! Who's on my six? I need backup. О, вот он нашли опять. Get ready. Anybody copy? No sign of any pup. Moving on. Давай. Roger, command. Nothing tangible yet. Still looking. Will do. Out. I need backup. I strongly suggest leave the vicinity. Hey, calling in. Wait. Calling in. Ой-ой-ой, мне спрятаться бы надо. Пока поиск не закончится. Так, давайте нажмем на паузу пока. Блин. Выходим, не дело так сидит там. Куда ты его тащишь? Давай вот сюда. Я тебя эстафету здесь приму сейчас. Опа, а тебе и подозрение. И замаскируемся. Let me know if you see any of the others slacking. На. Да выпендрился. Да стой ты. Так. Теперь. Потихонечку вот сюда. Здесь его сейчас довернем. Тащили. Слиться с окружением. Зачем мне с окружением сливаться, если не надо? Уничтожить все камеры до улики. Что здесь взять? Так. Ну все, можно. Если, конечно, получится. Еще что-то, еще какой-то инструмент.
Так. На. What are those experiments about? I overhear stuff, but I don't understand. Так. Ой. It is a little freaky. Central, it's me. Go ahead. Yeah, looking at it now. I got someone. Давай, поднимайся. Here on the ground. Move into investigation. Ой. Nothing at my position. Так. С ним все в порядке. Он уже сказал, что у него на этаже все тихо. Нам надо сейчас. No sign of the perp. Find the perp. Check over there. Will do. Man, nothing in my position. Over. Ну-ка, подожди, что так вальяжно вообще там лежит? Вот так. У меня патронов. Ну, мама, не горюй. Можно пострелять. It is a little freaky, though. I lost him! I lost him! Can anyone see him? He's gone. Looks like he made a run for it. Ой-ой-ой-ой. Тут тоже трупы, смотрите. Перебирают пока. Блин, вот тебе и несчастный случай. Так. Нет, вот. Вот так. Убирал, убирал, сам одним из них же стал. Здорово. Так. Тихо. Где у меня? Подтвердить. Сюда. Вы там его хорошо охраняли? Мало топ. Взять. Пока вы еще не в курсе. Хорошо. Как вас курс дела вести? А вот смотрите, как можно. На. А теперь. Вот и все. Тишина. Опять кто-то уже выбирается, успевает. А я даже инструмент еще не нашел. А, вот, лоник. Хоть один. Почему один? Второй инструмент это уже. Так, есть аккумулятор, но нет еще гаечного ключа. Все, весь набор. По-моему, весь набор.
можно теперь эти версии устраивать. Пойдем. Куда нам? Наверх надо. Ух ты. Ну-ка. Так. Пока, блин. Сбалансировать. Что получится? Эй, подожди. Ну тогда по-другому сделаем. Меня где-то что-то спалили, что ли? Неизвестно, ладно. Ну как бы то ни было. Так, аккумулятор вот есть. Даже два. И вот их точно можно использовать. Опять же, я уверен, что туда можно залезть по трубе. Но это все одно. Ты куда их тащишь? На. Вот и все. Будь там. Будь с ними. Так. Пойдем-ка сюда. Все-таки нет, наверх надо быть по лестнице в любом случае. Пойдемте на лестницу. Так, а где лестница? Это закрытая, закрытая. Где открытая? Открытая. Подождите, а. Вот же она. Другую лестницу, что ли? Вот. Откуда у меня код? Аккумулятор то надо было кинуть. Central, we're all good here. Out. Ну давай. Oh, just when I thought today couldn't come on, I am not in the mood for this today. Ah,
Вот и все. Так, а мне надо еще выше. А я-то как поднимался еще выше? Так. Врачи, извините, прошу прощения. Это я под врача бы косил. Let's move on. Where did you grow up? Мне как-то еще надо выше. That's easy. I grew up in... Дамы и господа, прошу прощения, мне надо еще выше. I don't remember. What is this? Please stay calm. Have a little break and you'll... Мне надо сначала электроэнергию включить. Так. Здесь? Ну, неплохо. Я-то вроде тут ни при чем. Это все несчастный случай. Тихо. А она сюда должна спуститься будет. Так. Посмотрю, что это делать оно. Man, I got nothing. Stand by. Oh my God. Hey, I could use some backup over here, boys. I would strongly advise you to leave the area. That's gonna hurt! Command, you copy? Looks like we got trouble on our hands. Don't know what yet. Hey, what the hell? Ah! Nah. Что, получилось? Так, несчастный случай, мне здесь... не светит сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас выйдет, а тут такое мясо. You got the bastard hush. Now go get Первый image готов. On voice and we can get to the core. Беги. Мне вниз надо. Вот так, смотрите, по лестнице-то можно просто вниз. Ага, хрен там. А, у меня жиломик есть. А с этой стороны тем более просто открывается. Так что не надо тех собак спускать. Так.
кто топается? Кто где топается? Слышу. Или это я такой? Нет, я не такой топотун. Ух ты. Кусок трубы. Так, а как мне вниз спуститься? Будем искать. Ох, что-то. Кирпич. Взять. Не понимаю. Так, не понимаю. Подождите, где-то вроде. Здесь можно спуститься? Hey, smart guy. This area is off limits. You understand ага. That? Все, понял. Так, у нее прошло украли, так. Интересно, что она имела в виду. Я видел какого-то бездомного, который стучал камень по тротуару и повторял. Как я сюда попал, ничего не понимаю. Это вот эксперименты над ними ставили. Ладно. О, еще кусок трубы. Так, есть. Куда нам спуститься? F1. Расстройство личности. Бездомный, посетивший один из домов поблизости, начинает вести себя очень странно. Интересно, что послужило причиной этой психотравмы. Так, а я как сюда попал-то? Мне где-то окошко было. Вот оно. Опа. Я только выше поднялся. Хотя подождите. Здесь проход. Монетка. Right, so you can't pass by here. Why don't you try and figure that out? Понял. Да. Трудно же тебе пришлось. Летело. И ба. Так. Подожди. Давай переоденемся. Все. Теперь я такой же, как и ты. Они, кстати, что, не видят, что они голые, что? Кто-то одежду взял. Ага, открыть дверь. Забраться по трубе. Зачем мне туда забираться? Какой-то дрон. Но мне там вниз надо. Правильно? Опа! Подожди.
отразить, перепрыгнуть, открыть. Конечно, лол. Вот и все. Смотрим, что здесь. Sir, sir, you should go back the way you came. You might get into trouble. Yeah, and stay out. Так, подожди. Вон он. Все-таки я как-то немножко правильно все равно иду. Ну и к ним тоже надо будет сходить как-нибудь. If you use your camera, you can hack that panel. Так, если так. А, у меня этот же есть, подождите. Где же мне стетоскоп? Нифига. Ладно. Это что? Ослабить крепление. Это могу избавиться от оружия или от чего-то в этом роде. Правильно? Отпереть. Ага. Заметил. Подожди. Вроде никто не видел-то. Меня обманывают. Сейчас сохранимся. Пойдем, что у нас здесь имеется взять. Так, что я взял? Электронный ключ, на котором содержится шрифт, необходимый Оливии для взлома панели с радиометкой первого уровня через камеру вашего телефона. Еще. Банан. Стоп. Нет. Вот так. Подождите. А, нет, 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 нет. Мне туда не надо наверх. Не надо вниз. Опа. Все. Вниз, вниз, вниз. Идем сюда.
You can hack that panel with your Эту camera панель можно взломать камерой 47. Можно. What is it, Jamie? What's wrong? I don't know. В чем дело? Я не знаю, просто переживаю сканирование. What? But why? Что? Почему? Это же обычная процедура. Она совершенно безопасна. My levels have been just within the tolerance the last couple of days. Это сюжетное задание, да? Mental or physical stats? Yeah, well, it's all connected, isn't it? Blood pressure, perspiration, stress hormones. And now I start to fear the scan itself. Hey, come on, calm down. Take a few deep breaths, okay? Ладно. Где камера? Security protocol overruled. Так. Это что такое электронный ключ второго уровня доступа, на котором содержится так? На. Hey, what the hell? Так. Ну и все, вроде как. Давай. Что еще тут осталось? Блин, я до тебя доберусь. Жди меня. Как мне вниз-то спуститься? Чему радуешься ты? No! Дурачок. Так. Ну-ка посмотрим, смогут ли они убежать. Нет, не смогли. Сканирование на счету. Scanning all body systems. Scanning hormonal profile. Scanning chemical profile. Scan complete. Thank you for your patience. Давай, я даже не знаю, блин, куда тут идти, там столько, блин, ходов. Так, давайте посмотрим сначала, что здесь есть. Переодеться. Блин. Что-то не так. Here now.
over. Keep your guard up. Тихо. Я же все-таки врач. А врача надо слушаться. Итак, у тебя что-то с глазом. Тебе что-то в глаз попало. Камера, где камера? Взламываем. Access granted. Интересно, как глубоко эта хрень находится? Почему? Чего у тебя там? Ой, а я где-то переодевался в этого. Так, а где я переодевался? Вот здесь вот вроде. Да, все. Теперь я уже не врач. Попробуем в этом костюме зайти. Как-то же меня должны принять. Ну, в этом костюме, смотрите, нормально. Так. Какое-то сюжетное задание. Сейчас все сделаю. Так. Так. Еще какую-то флеху взял. I'm sorry, sir. I can't let you through, okay? А, нельзя, нельзя, хорошо. Вау, туда можно даже пройти. Да блин. Вы ни хрена меня в угол загоняете. Так, и как мне быть? Feels like I'm in here all the time. Me too. It's after Berlin. I've had two psych... Excuse me, sir. Так. Правильно, я тоже думал, что это плохая идея. При вас что-то начинает делать. Сразу же завоняете. Скажете, нет, не так делаешь. А что, вниз. А что у нас внизу? Можем что-нибудь внизу накосячить так, что... There's no way you're getting through that door 47. Через эту дверь не пройти, так. Ее можно открыть только настоящим пропуском. The signal is encrypted. Сигнал зашифрован. Мы не можем так взломать. Понятно. Вот тут есть. Надо все-таки быть осторожным. И смотреть, как тут. Лом. О, да... О, стой, стой. Нет, показалось. Думал. У меня какой-нибудь яд, наверное, есть, чтобы отравить все это помещение. Ну, ничего себе, сказал я себе. Ну, открываем. Пройдем дальше на всякий случай.
Ага. Два пути было. Так, минутку. Где ты? Ты пока ищи, кто это сделал. Я пойду пока дверь открою. Тут еще одна дверь была. Нет. Ой. Ну, ничего себе. Это здорово придумали. Нет. Где что находится здесь? Что-то сделал. А где еще могу напортачить? Быстрей. Иди быстрей. Вот так. Что здесь есть? Все брать. Так. Подожди. Roger, Command. Nothing tangible yet. Still looking. Will do. Out. Блин. Вот что мне надо. Заходим, осматриваемся. Кто стрелял? Так, эти двери, которые не взломать, понятно. Somebody slaughtered them. Спасибо. Всем спасибо. Поддерживайте меня. Это серьезно, что ли? Anyone please help me. I need help here. Да. That's Imogen Royce. That's
bitch, apparently. Вот и все. Nothing wrong with her look, though. Edgy. Вот что там мы у нее взяли. Both targets down, good. Just так, give me a second. Убийцы так, взломайте. And I'm in. You can now access the core 47. Ну пойдем взламывать. Теперь-то уж можно. Никого и нету. Так. А почему я не могу взломать? Good. You're alone. I'm sealing the room and dimming the windows. Я заперла дверь и заменила окна. No need to worry about intruders. Можешь не беспокоиться. Все. Надо, значит, видеть, что было. Какое-то пришло, чтобы она успела что-то сделать. Посмотрите за то, как удачно поманьячили. Да, это, конечно, своего рода тоже не совсем профессионально. Но мы сделали, это главное. Каждое убийство санкционировано МК. Этого хватит, чтобы прикрыть лавочку. Но сначала найди все файлы, в которых есть упоминания. Так. Ищем. Вот, что-то нашел. Что там есть? Это любимые. Расскажи, как это? Забирать чужие жизни. Спонтанно, беспорядочно. Ну вот мы и на месте. Начальный конкурс. Тебе лучше подготовиться. Наверное, я вижу возможности там, где другие их не видят. Я выбираю его. Как давно мы знакомы? Я и не думала. Не знала. Теперь понятно, почему ты так хочешь ее защитить. Сотри из системы все данные о вас двоих, а потом мы опубликуем все. Все, пошло удаление. Вот столько террористов, столько жертв, которые были и числились на моем счету, только на одном моем. Так, так, отлично, я подключилась к сайту независимых журналистов. Когда ты нажмешь на кнопку, все данные будут удалены, а я о деятельности так. Пути назад не будет, 47-й. МК исчезнет навсегда. Ты точно готов? Да, они долго были, тени. Возможно, пора все изменить. Я просто верну все, как было. No need to alert them, we were here prematurely. Незачем. Хотели наплетение наводить. Так, включается режим безопасности. Черт, я облажалась, нас накрыли, 47-й. Я могу ненадолго заблокировать двери, выбираться через вентиляцию. Давай, быстро. I'm going to create some havoc, 47. Make the core melt down. Maybe we'll divert their attention a bit. Какую вентиляцию? Core overheating. Warning. Core shut down. Temperature critical. Опа. Warning. Fire detected. Так. Здесь. Закрыто, ладно. Man, get out here now. It's all clear. Блин. So die, all personnel. Все, подождите, я сейчас буду потихонечку их уничтожать. Warning, core overheating. Так. Requesting assistance. We got a situation here. Fire detected.
Вроде пока идем. Так, минутку. Вот так. All personnel, breach protocol initiated. Где выход? Или здесь? Мне туда не надо. Блин. Hey, I need some backup over here to watch. Сюда. Man, nothing in my position. Over. Так, это закрыто. Как отсюда выйти-то? Где выход? Fire detected. Give them all you've got! Come on, we're not gonna lose this guy! Так. Выход, выход. Где выход? Вон наверху выход есть. All personnel, breach protocol initiated. Да, да. Всем сотрудникам. Все сотрудники были эвакуированы. Shit. Вот это неплохо. Так, мне надо теперь куда-то наверх или куда-то вниз. А, вон туда. Да-да. Шевели батонами. Блин, такая запутанная система. Это пипец. Так, дамочка, пропустите меня. Все. Кто заметил? А да кто бы и не заметил. Пока до меня доберутся, я уже вот он. На выходе. Найдите выход, найду. Уж по поводу этого-то можете и не беспокоиться. Покинуть. В противогазе, да? Ничего странного, не замечаете, да, такое тело. Если поедет. Миссия была пройдена на автом. Так, ну это мы знаем. Его единственная слабость. Переходим к новости о шокирующем утечке данных, выскользнувшей, сколыхнувших весь мир. Так называемое досье МКМ. МК. Разоблачение элитного международного наемного убийцы или кого? Ну что дальше? Теперь ваша очередь, мисс Брэнвуд. Но учтите, у меня есть и другие кандидаты, многие из которых не привязывали меня. Вы видели новости? Вот так 47-й действует в одиночку. Он сорвался с привязи, его нельзя остановить. И с ним нельзя договориться. Он найдет вас, мистер Эдвардс. Я ваш единственный шанс на спасение. Внимательно слушаю. У 47-го есть одно слабое место. Я. Ага. Так, ты меня предала, что ли, все это время? Только вместе были. Ну что ж, давайте закруглимся. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и старайтесь пройти миссию, сделав это одним большим несчастным случаем. Пока.